Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня с новое видео. Видео будет довольно-таки необычное и интересное, поэтому советую вам посмотреть его от начала и до конца. Я думаю, по названию ролика вы не поняли, о чем будет идти речь, но я вам чуть позже объясню. Ну а перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Mazin Holy Play. Итак, давайте начнем. Что это вообще за видео? И о чем я буду говорить? Я буду говорить о том, что на Мазинге в последнее время очень скучно играть. Ну реально очень скучно играть, и я думаю, многие со мной согласятся. И что я предлагаю? По названию ролика, возможно, кто-то уже догадался, о чем будет идти речь, но давайте я вам объясню. В этом видео я хочу, чтобы вы предложили в комментариях свои идеи, чтобы на Мазинге не было скучно играть. И все эти идеи посмотрит, получается, разработчик, то есть Рома Иванов, он же Клинтон Джонас. Он занимается обновлениями, модом там и так далее, поэтому я думаю, это будет довольно-таки круто, если он посмотрит ваши идеи и что-то добавит. Я все скину ему, получается, я возьму, скину ему это видео и попрошу его прочитать все ваши идеи. И что ему понравится, возможно, он добавит. Давайте я приведу вам пример. Вот я предлагаю, знаете, что сделать? Я предлагаю добавить, получается, драгтрассу. Для чего? Для того, чтобы люди, которые любят своим автомобилем, могли там погоняться на деньги. Например, там от 10 тысяч до миллиона. Я думаю, это было бы реально очень круто, потому что, ну, как бы система есть, дуэль. И можно было бы похожую систему добавить, типа, на драгтрассу. Просто сделать драгтрассу и добавить туда подобную систему. Например, смотрите, вы подходите на чекпоинт, выбираете там свою машину какую-то, выбираете ставку и, получается, кидаете предложение другому игроку. Другой игрок смотрит, какую машину вы выбрали, и тоже выбирает свою какую-то из машин, и вы гоняетесь на деньги, там, на 10 тысяч, на 50 тысяч, либо на миллион. Я думаю, это реально было бы круто, потому что, как бы, много на сервере любителей автомобилей и погоняться, поэтому, да, данная функция была бы очень полезна, я считаю, потому что я сам очень люблю погоняться там, люблю машины, но не люблю стреляться, как бы. Дуэли это хорошо, но если бы добавили драгтрассу, похожей системой, где можно было бы гоняться на деньги, это было бы реально очень круто, и я считаю, что из-за этого было бы не так скучно играть на проекте. Но вы можете предлагать свои идеи в комментариях, но предлагайте идеи, которые реально реализовать, потому что если вы напишете там, не знаю, добавить пневму, например, то вряд ли это можно будет сделать на 0.3. На 0.37, возможно, это можно будет сделать, но пока что мы находимся на версии 0.3e, поэтому предлагайте такие идеи, которые реально будут реализовать, и предлагайте адекватные идеи, и, пожалуйста, если вы придумали что-то, то попытайтесь это полностью писать, что, как и зачем, потому что, если вы там напишите, там, добавь там то-то, то-то, и не опишите, что это вообще будет, и зачем это, то, я думаю, вряд ли это добавят, поэтому просто соберитесь с мыслями, придумайте какое-то классное обновление, и, возможно, Рома это добавит. Потому что реально, я вот в последнее время захожу, и кроме того, чтобы покатать рейсы, нечем заняться. Можно еще там порыбачить, например, да? Можно заниматься перекупом на Нашане, либо просто тусоваться на Нашане. Но так, кроме этого, нечем заняться, реально. Просто нечем заняться. Поэтому я просто надеюсь на ваши умные головы, что вы сможете написать классные идеи для обновления, и в скором времени их добавят, и на проекте будет не скучно играть. Вот почему даже онлайн на серверах маленький? Вот я играю на первом сервере, здесь онлайн самый большой. Вчера он был 500 человек там, но стабильно там 450-480 онлайн. Это довольно-таки хорошо. Но на втором, на третьем сервере онлайн очень маленький. Ну, по меркам Амазинга. Почему? Объясню. На втором, на третьем сервере онлайн доходит даже до 400 человек. Это довольно-таки печально, потому что хотелось бы, чтобы хотя бы на первом, на втором, на третьем сервере был онлайн стабильный 400. На первом сервере и так онлайн стабильный, потому что все-таки это первый сервер, и на нем играют многие старички там и так далее. Поэтому здесь онлайн всегда стабильный и большой. А вот на втором, на третьем сервере онлайн там бывает 300 человек, но 400 я ни разу еще не видел. Ну, в этом месяце точно, и в прошлом также я не видел онлайн 400. Поэтому я надеюсь реально на ваши идеи, надеюсь на то, что Рома все это прочитает. Ну, я думаю, по-любому он прочитает, потому что, как бы, это тоже в его интересах, я думаю, добавить что-то годное, и чтобы игрокам не было скучно играть. Поэтому просто не ленитесь, придумайте какое-то крутое обновление и напишите об этом в комментариях.
комментариях. Я думаю, это все в ваших интересах, также в моих интересах, поэтому я записываю это видео. Даже вот, например, на 7-м, на 6-м сервере онлайн 200 не доходит. И, блин, это реально очень плохо. Я все-таки реально надеюсь, что вы реально напишите годные идеи. Как бы, возможно, Рома добавит и мою идею насчет драгтрассы на деньги, потому что я считаю, это было бы реально круто. Я бы, честно, каждый день гонял бы туда и участвовал. Как бы, неплохой такой способ заработка был бы. Просто берешь свою тачку, едешь туда и гоняешься, и зарабатываешь деньги. Я думаю, это реально очень круто. Но я думаю, вы придумаете, возможно, что-то и получше насчет обновлений. Ну, просто реально нечем заняться, ну, серьезно. Онлайн, я уверен, падает из-за того, что людям скучно просто заходить на сервер, им нечем заняться. Даже те, у кого есть машины, бизнесы, дома, им также скучно. Они просто заходят, оплатили имущество и все, и выходят. Потому что у них как бы все есть, им некуда деньги тратить там и так далее. Поэтому я предлагаю вам изменить это все, написать крутые обновления и чтобы это все добавили. Ну, то есть нормальные идеи, чтобы добавили на сервак, чтобы люди играли и мне было скучно. Я считаю, что как бы это очень важно, поэтому не проходите мимо этого видео. Возможно, скидывайте там другим ютуберам, в свободную группу скидывайте это видео. Я надеюсь на вашу поддержку. Ставьте максимально много лайков, пишите комментарии, не ленитесь. И все, я думаю, будет с Амазингом хорошо. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свои идеи в комментариях. Все, я скину Роме, он это прочитает и, возможно, что-то добавит. Все, всем пока-пока.